Друзья, всем огромный привет! Но у нас сегодня опять очередная распаковочка. Приехала вот такая вот коробка. Давайте посмотрим, что там у нас внутри. И тут у нас с вами фрезерный станок Jeep VSM50. То есть сразу нас встречает руководство по эксплуатации. Все из коробочки, давайте пробежимся. У нас комплект тут фурнитура, которая устанавливается, это все покажу, как собирается. Параллельные упоры, два штуки, с двух сторон устанавливается когтевая защита, у нас для обратного удара, чтобы ставится прижимная пластина. Две цанги уже лежали в пакетике, одна установлена на 6, 8 и 10 миллиметров. Фурнитура, всякие винты, болты. Тут у нас гайки для установки всего возможного. Два прорезиненных упора, толкателя, штурвал. Ну, это у нас для поднятия и регулировки высоты фрезы. Можно поставить систему для пылеудаления. Транспортир. Потом у нас есть два расширителя рабочего стола. Правый и левый. Сам станочек выглядит вот так. У нас здесь кнопка включения-выключения, регулировка скорости работы шпинделя. С задней стороны мы как раз видим с вами регулировку скоростей, то есть на какой скорости у нас какие обороты в минуту. И частота вращения шпинделя мы с вами видим от 11500 до 24000. Мотор здесь у нас асинхронный, мощностью 1,5 кВт. Весит станочек 21 кг. Имеется шкала, здесь устанавливается штурвал. Таким вот образом, простенько и легко. Открутили и притянули. Вот этот вентиль у нас регулирует сам шпиндель. Ну, зафиксирует. То есть мы можем поднимать и зафиксировали, чтобы он никуда не убегал. Соберем с вами параллельный упор. Это нам, чтобы потом можно было регулировать. И у нас вот таким вот образом в паз вставляется параллельный упор. Также регулируется. Стан устанавливается прижим. То есть вот так он выглядит. Прижимное устройство. В комплекте есть такие вот направляющие. Тут имеется паз. На самом деле полная инструкция имеется, полностью расписано, как все это делается. Для обратного удара. То есть мы можем регулировать и по высоте, и в стороны. Вот такая вот конструкция у нас получилась. Все регулируется, очень много регулировок по высоте. Здесь по высоте обратный, чтобы обратного удара не было. Здесь прижимная пластина, все регулируется. Упор я установил на место. В комплекте есть дополнительный упор. Это защита от обратной отдачи. То есть вот таким вот образом он у нас устанавливается на два винта. Также можно поставить расширители. Устанавливаются они элементарно, вставляются вот так вот в пазы и на два с двух сторон затягивается. В принципе, наш станок собран. Как видите, рабочий стол сделан из фрезерованного дюраль-алюминия. С нижней стороны я вот прям чувствую, что есть ребра жесткости. Вот они, ребра жесткости имеются. Давайте установим цангу на 8 мм
И попробуем протестировать, попробуем поработать на нем. В комплекте имеется два вот таких вот ключа. Три кольца. Уже вот этот уже не налезает. Так, ну давайте попробуем, произведем первый пуск, обработаем нашу детальку. То есть, смотрите, справляется на ура. Но это сосна, даже сучок хорошо обработала. Причем это на первой скорости. И у нас с вами 11500 оборотов в минуту. Давайте попробуем скорость чуть побольше поставим. Он даже не чувствует, и обработка идеальная. Что хорошо, у нас есть с вами шкала, с двух сторон продублированная линеечка, и мы можем четко выставить наш параллельный упор. Сейчас попробуем поставить другую фрезу. Четкий пас. Два паза получилось. Один я сделал поглубже, другой поменьше. Ну, еще бы хорошие фрезы поставить. Друзья, так что вот такой вот небольшой обзорчик станка JIB VSM50. Приобрести можно на всех маркетплейсах, мне кажется, даже на всех инструментах, на Озоне, на Яндекс.Маркете, ну и на официальном сайте Harvey.Rus можно приобрести. Ну и напоследок хочу сказать, что размер рабочего стола 610 на 360, но это без расширителя. Каждый расширитель у нас по 210 мм, итого мы можем с вами еще прибавить 420 мм. Двигатель здесь, как и говорил, 1,5 кВт. Немножко я ошибся. Размер хвостовиков фрез у нас от 6, 8, 12 мм. Частота вращения у нас от 11500 до 24 тысяч оборотов в минуту. Шпиндель у нас поднимается от 0 до 40 мм. На 40 мм у нас максимальный подъем. В общем-то, в принципе, все, что вот нужно еще для фрезерного станка в мастерской. Все настройки у нас имеются, все мы можем с вами настраивать. Я данным станком доволен. Пока что он себя в работе, в дальнейшем мы посмотрим в деле, как он поведет себя. Пишите ваше мнение, если вы хотели бы приобрести себе фрезерный станок, какой бы вы взяли. В общем, пишите ваше мнение, вам же всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч, пока-пока.